Привет, дорогие друзья, с вами Барон. Меня наконец-то приняли в полицейскую академию. Так сказать, ну как еще приняли, сейчас будут принимать. Поэтому перед просмотром данного ролика поставьте, пожалуйста, лайк. Но а кого задолбало то, что я прошу вас ставить лайки, и вы их назло мне не ставите, посмотрите этот ролик и подумайте сами, стоит ставить за этот ролик лайк или же нет. Еще хочу сказать, друзья мои, меня выгнали из LV News сами по себе, не знаю по какой причине, конечно, но ничего страшного на самом деле. Теперь-то мы будем в СФПД блюсти закон, как говорится, повышаться и многое-многое другое. Надеюсь, вам будут нравиться данные ролики. Если вам нравится полицейская академия, то, друзья мои, не поленитесь, пожалуйста, действительно поставьте лайк, чтобы я смог увидеть то, что вы хотите, чтобы я был в полиции, и тогда я буду очень долго служить и, соответственно, помогать как штату, так и каждому своему подписчику. Только есть одна проблема. Если вдруг я буду вас сажать, и вы будете мой подписчик, то не ленитесь и не говорите то, что вы мой подписчик, и не просите уж денег, потому что если уж я вас сажаю, тогда какие уж тут деньги. Ну и выдача денег будет в нерабочее время, то бишь с 8 часов вечера. Я буду специально заходить, делать стрим, и буду раздавать всем своим подписчикам немножечко денежек. Ну что ж, а теперь смотрим, как меня будут принимать и что же будет происходить в этот момент. На самом деле я немного переживаю и думаю, примут, не примут, но на форуме одобрили. Итак, господа, вот я уже в полицейском департаменте Сен-Фьера. И сейчас будем думать, что же с нами будут делать. На данный момент меня куда-то ведут. Так, стоп, куда-то мне, видимо, сюда надо. Барон, ты, я... Так, ну я первый зашел, собственно говоря. Так, и теперь давай посмотрим, что же здесь у нас будет. Так, сейчас, я так понимаю, будут нас проверять. Так, приветствую. Представьте пару слов буквально о себе. Представься. Так, я барон. Так. Живу в штате 18 лет. Так, люблю. Так, люблю. Я не знаю. Так, люблю кататься на машинах. Так, не люблю, когда нарушают закон. И решил так пойти в полицию. Так, поэтому и решил пойти в полицию. Ну, вы можете все это наблюдать, как это все это происходит. Ролик будет довольно-таки долгим, но надеюсь, он вам, друзья мои, понравится. Потому что давненько не было ПД, ну а сейчас вот. А сам-то не будешь нарушать. Да что вы. Так. Я уже вырос из этого. Ну, само собой, да, у меня сколько преступлений, сейчас скажу, сколько у меня преступлений. 67 преступлений, 10 арестов, 7 смертей в розыске. Ладно тогда, ну, конечно, да, 10 арестов у меня за убийство, за все это. Так, положил паспорт на стол. Так, шовпас, какой у него ID-то, 857, да? Так. Так, лицензии в руке. Положил лицензию на стол. Так. Шов. Шов лицензии с 857. Так, держите. Держите, смотрите. Ну, я как бы подготовился на стриме, я специально ездил и подготовился к проверке. Побежал глазами, так хорошо. Ага. Что у нас сейчас дальше будет? Взял ключи от камеры на продаж. Ни хрена себе. Так можно разве на продажу взял ключи от камеры? Представьте так, просто брать ключи так на продажу. Так. Хорошо, ну хорошо, так, что такое? Тан-та-та-да-тан.
Давай в коридор. Так, и жди там. Хорошо, так, хорошо, ладно. Так, сейчас еще двух ребят проверят, и мы включимся, я думаю, тогда, когда уже я поеду, так сказать, в армейку, чтобы мне дали третий ранг и перевели меня в полицейскую академию. И завтра уже выйдет ролик, я думаю, где я сдам как раз-таки экзамены на офицера, потому что сейчас мне придется стоять на посту КПП. Наверное, если стрим даже будет, постою на посту КПП. Ну а дальше уже посмотрим, что будет происходить. Поэтому давайте, друзья, немножко ожидаем. У вас все это начнется через секунду, но у меня минут чую через 5-10. Собственно говоря, мои дорогие друзья, как и предполагалось, это прошло минут 10-15. Пока нас всех проверили и еще проверили двух военных. Военные уже были из армии ЛВА или СФА, точно не могу сказать. Им дали третьи ранги и их перевели в кадетскую школу, ну то бишь академию, друзья мои. Сейчас мы надвигаемся в СФА, чтобы какой-нибудь полковник или вообще генерал принял нас и дал нам третьи ранги, чтобы мы смогли перевестись. Но нас, походу, куда-то то ли увозят, то ли еще что-то. Ага, на заправку, значит. На заправку. Кстати, Митчелл Дроцини — это лидер СФПД. Что самое-то интересное. О, минус один. Да. Красота, как говорится. Понятно, и этого слили. Так, надо валить отсюда. Надо валить. Так, сейчас, смотри, сейчас пацана, короче. Опа! Красота, да. Нормально, офф от ареста. Ну, ничего не скажешь, как бы. Все в порядке, человек просто взял, ливнул и не хотел сидеть в тюрьме. Ну, это, мне кажется, как минимум бредовые... Вообще затея. Ну что поделать, ладно. Это еще от следаков он ушел. Ну, хорошо, не вопрос, как говорится. Так, значит, давайте ждем дальше лидера и уже включимся около того момента. Итак, когда, короче, нас уже ребят, будут не совсем принимать. Такое включение, когда нас уже принимают. Суть в том, то, что этого шрифа уже второй раз убивают, самое интересное. Потому что первый раз вы все это видели, второй раз тоже ЛКНовцы, то есть там чел написал барон. Я уже даже успел немножечко психануть. То есть, что он написал? Вот, барон, короче. Вот, и убил меня. Ну, не меня, а вот этого мента. Я уже все, я уже изнемогаю, пишу, короче, потом, типа, не мешайте, на удивление, да. Вот, два раза уже пытаюсь, ну, прости, не убивать никого. Окей, ладно, прощаю все человека. Ну, зато, по крайней мере, нас теперь... Приняли. Практически приняли. Вот теперь, друзья мои, уже точно ожидаем. Надеюсь, больше никакого трэша, никакой жести не будет, потому что это так накаливает вообще всю эту обстановочку. Во, ребята. Ожидаем, так, друзья. Взял билет. Взял билет, отлично. Как раз... О, отлично, еще просто поеду переоденусь. Так, 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 та 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 та. Теперь переодевайтесь сюда, отлично. Погнали, теперь нормально все. А, ё-моё, не сюда. Привычка, если честно, уже всегда в ружейку первым делом бежать, но ничего страшного. У меня... Ё-моё, у меня бита камера, у меня что, они не пропадают, что ли, теперь? Ни камера, ни бита. Давай армор возьмем и дигла возьмем. Ну это само собой, потому что без дигла вообще в этом штате выходить никуда нельзя. Серьезно вам, друзья мои, говорю, без оружия здесь выходить даже не думайте. Так, ну что, поехали, ребятишки. Все, теперь в путь. Спасибо, полковник, отлично. Блин, как можно на халяву получить третий ранг в армии? Просто очень легко. Берешь спокойно, пишешь заявление в ПД, если ты хочешь в армию. В итоге берешь, просто выходишь из игры, и не вопрос. Тебя как бы повысили, приняли там до третьего ранга, все такое. Типа я передумал в ПД. И все. Ты нужен на вводную, ё-моё. Чё-то как-то вообще... Еще и водное будет, где нам будут объяснять, какие там посты, что нужно делать и так далее. И, кстати, нельзя еще и бы не хопить добавок.
У меня, кстати, благо начал работать этот SenseFix, что... А, нет. Нихера не начал работать SenseFix, похер, заново его. Так. Ну что ж, господа хорошие, давай, братишка, принимай меня, наконец, в полицейскую академию. Нужно еще будет скин сменить на такого усатого молодого пацанчика. Не знаю, надо будет скины поменять, 40 тысяч подписчиков апну и обязательно поменяю. Взял с полки 3 упаковки упакованных пакетов. Взял пакет. Взял пакет. Ну давай пакет уже нам. Так, взял пакет. О, найсик. Слушай, реально у меня и дикого остался, и все осталось. А ничего, мне на постоянной основе, что ли, останутся так? Вы что, серьезно? Так, переодеваемся сюда, хорошо. Да ладно, вы что, гоните? Типа, стволы навсегда остались у меня? Что за херня? Так. Сейчас нам... А у нас, кстати, скины разные. У того он поца какой-то, скин другой вообще. Как так-то? А, вот он, это Тони. Там другой. Я думал, это третий там прибежал. Это ваш инструктор. Угу. Он вас ведет в курс дела. Хорошо так. Хорошо так, спасибо. За мной кадеты. Ну, погнали тогда. Мы с ним... И вы со мной, друзья мои. Сейчас нас будут вводить в курс дела, что же мы обязаны будем делать, что же мы должны будем делать, а что нам лучше вообще не делать. Так. Че, давай здесь построимся. Буду первым, как говорится. Так, вам должно... Вам должны были выдать значки. 26 номер. Ага. Понял. Ой-ой. Тихо. Спокуха, ё-моё. Нам еще и оружие выдали. Кому-то вон М4 с диглом, кому-то еще что-то. Все в порядке. Вещей. Итак, вы поступили в полицейскую академию СФПД. Для начала надо... Так... Ага, для начала забудьте о таких фразах, как никак нет, так точно и т.д. Угу. В обязанности кадетов входит охрана КПП на постах А и Б. Угу. Подробная экскурсия. По заступлению, покидание и нахождение поста 5 минут докладу в рацию. Наводите порядок в гараже, стоя на посту С. Соблюдать субординацию при общении с гражданами и сотрудниками госструктур. Посещать все лекции, уроки, тренировки. И носить форму своего отдела, он зашел покидать пост без доклада в рацию, спать на посту, оставлять КПП закрытым после покидания поста, покидать участок без разрешения, проводить задержание граждан, объявлять розыск, выписывать штрафы, использовать табельное оружие против преступников только в целях самообороны, то есть если в меня кто-то стреляет, по окончании рабочего дня уходить на выходной, не переодевшись. Угу. Вам разрешено. Вот, это уже поинтересней. По окончании рабочего дня уходить на выходной, улучшать навыки владения оружием. Спать только в оружейной комнате, то бишь сзади меня. Экзамен на повышение проводится через 2 дня после принятия. Да что ты будешь делать? Серьезно, что ли? Ну ладно. Экзамен состоит из УКТ, ШЭ, правил использования рез пуль, наручники и баз данных. Ага. Также, что самое важное, вам потребуется пройти практическую часть. Она стоит из ареста уголовного нарушителя и выписывает штраф водителю. Чтобы лучше подготовиться к практике, вы должны выезжать на посты с офицерами и инструкторами. Так, со всеми необходимыми материалами для сдачи экзаменов вы можете ознакомиться на офф-портале. Важно, вам нужно отписаться на форуме портала штата для того, чтобы вас допустили до сдачи экзамена. Так, хорошо. Я вам просто буду зачитывать. Вопросы задавайте теперь. Нет, ну у меня нет вопросов. Так, стоп. У меня нет вопросов. У меня нет вопросов. Ну а что? В принципе, все понятно, что можно делать, что нельзя. И стоишь на КПП, катаешь, я не знаю, вафлю там.
Итак, ну что ж, Дэвис, давай. Рассказывай нам далее. Теперь экскурсия. Во, самое интересное, друзья мои. Кстати, Дэвис очень быстро что-то нам все провел, и это огромный плюс. Берите боезапасы в оружейке, хорошо. Боеприпасы, боезапасы. Так, давай возьмем все шотика. Че я взял? Райфл? Ё-моё. Ну, на всякий случай, короче, 300 патрон, эмочки, там все такое. Давай, я дубиночку возьму. Так, и теперь нам... Ага, вот, теперь за ним идем. Сейчас он нам покажет посты, ну, то бишь, 2 КПП и все, я думаю. Ну, и плюс вот это вот всю херату, это, кстати, парковочное место. Это пост С. Хорошо, только пост С, ну, какая от него польза-то хотя бы, скажите. Вы должны охранять гараж. Понятно. Честно сказать, так себе польза. Стоп, мне вместо дигла дали... Понял. Если видите посторонних, сообщайте в рацию. Да, понятно. Так, точно, забудь это. Охрана гаража. Так, закрепили. Хорошо, охраняем гаражик. Сейчас у нас еще пробьет по КПП. Как раз таки это сверху и снизу ПД. То есть снизу это около СФА. А сверху это значит около выезда КВСФ. Но я, скорее всего, в основном буду сверху стоять или в гараже обитать. Потому что как-то будет попроще, получше. Хотя хрен его знает. Опять же, эти доклады постоянные. Я не знаю, 2-3 часа в день буду играть на стримах, тоже поигрывать иногда. То есть, в принципе, будет интересно. Значит, гараж это у нас пост С. На нахер. Красота. Ну, давай рассказывай нам, просто скажи то, что это пост С, там пост Б, или там пост А, пост Б, и все. И мы спокойно уже пойдем работать. Ну, я, по крайней мере, выйду из игры, но они, наверное, пойдут работать. Это у нас пост А. Хорошо. Так, лист у нас, значит, 26-й, мы кадеты. Сюда вы ставите бобик сватовский, большой такой, понятное дело. То, что не маленький, потому что маленькую... Хотя маленькую машину тоже можно так, ну, спокойно поставить, она нормально будет. Так. Фургон сват, ну, блин, короче, ребята тут начинают уже немножко говорить по-своему. Фургон сват, пусть будет так, ну, хорошо. Так, ставите его сюда. Ну, то есть, когда вам показывают паспорт, вы его спокойно там отодвигаете, люди проезжают. А, в принципе, друзья мои, ничего больше интересного не будет, я так понимаю. А, поэтому стоит на этом закончить. Вот так вот меня принимали и приняли в полицейскую академию. Спасибо большое ребятам, которые помогали мне на стриме. На этом я, друзья мои, заканчиваю. Всем удачи и всем пока. И, конечно же, ждите новых серий. Они выйдут, я думаю, дня через два или через денек, потому что мне еще нужно сдать экзамен в этом ПД, чтобы стать офицером и ловить преступников. Поэтому ждите видосиков, друзья мои. Все, всем удачи, всем пока.